Было время, нас на дачу звали. Как же мы охотно стартовали, как же мы готовились дорогу. Хоть я в гости не езду, к ей-богу, я люблю, как прежде, по старинке, у себя чумные вечеринки, где салат, паштеты и миноги, и картошка, и бараньи ноги. Но когда нас звали в ту усадьбу, ехали мы как к себе на свадьбу, сердце пело и не уставало. Вот как нам вдвоем тогда бывало. Жили там хозяйка и хозяин, от Москвы до самых до окраин. Нам таких столов не накрывали, где бы так еще, да нет, едва ли. Где бы так теперь? Теперь?